Эта тёлочка. Что за дерьмо? Почему она постоянно ходит за тобой? Устроим. Ой, она бьется. Давай её, группа. Стоп, подожди, ты бьешь ее и бьешь меня. Ты что, офигел? Тебя тоже? Ты чувствуешь это? Ударь. Ай. Вообще-то больновато, на самом деле. Ты можешь уже... Просто она не возродится, она не возродится. Так я тоже не возражусь, парень. Ты возродишься. Нет, ну вообще-то ты ни одного сердечка не снял, ну да ладно. Тебе надо что-нибудь помощнее. И всем привет, ребят, с вами Мистик и Лагер. Всем привет, ой, слушай, привет. А я думал, я тут один. Ты чё бьёшься? А почему ты не можешь туда упасть? Лети, лети. Ага, думал меня убить? Ага, ага, ага. Все! Ты хитрый! Видал, как я умею! Я сам не знаю, что так умею, но ты видал, как я умею! А как ты это сделал? Подожди! Укатись! Катись! Оно не ломается, мужик! Уходи! Оно не ломается! Я исключение исправил! Я исключение исправил! Подожди, давай теперь ты тоже должен умереть! Ладно! В общем, ребят, мы сегодня будем проходить карту, которая не помню, как она называется. Нет! Написано! Adventurios! Adventurious! My English is very bad. Courage. Нет, ну типа скинарио, там скины, все дела, ты понял? Ясно, я Deutschland забита. В общем, я прочитал здесь все и могу вам сказать то, что эта карта будет про нас, мы будем в роли курицы и будем проходить испытания. Мы, мол, все летать, но очень хотим это сделать, но каждый день с нами происходит какая-то беда, поэтому мы будем пытаться от них избавиться. А ресурс пака, ресурс... Окей. Я не знаю, что это значит, но... Оу! Music by Macon. Слышь, у нас все исправилось. Что, посмотри туда. Там что-то есть. Там, да. Постройки. Окей, ладно. Что у нас тут еще есть? Music setting, enable music, disable, enable music. Enable music. Господи, тут какие-то настройки странные. Normal. Map difficult, normal. Хочу normal. О, что тут лежит? Книжки. Нет, давай это ты сам почитаешь. Я не люблю читать. Regeneration setting. Casual mod 2x реген. Или... Да тише! Книжка. Книжка знания. У нас будет челлендж мод. Окей, а как нам играть теперь? Вот старт. Ну, книжка это знание. Да ты задолбался своей книжкой! Книжка это знание. Ты должен читать. Больше читай. Я лучше буду тупым, чем твои знания получать. Нет, больше читай. Читай больше. Да дай ты мне нажать на кнопку! Ай, черт, ну ладно. О! Посмотри, нажми. Я курица, парень. Привет! Я курица с броней, ахаха. Тебя просто зовут курица, я тоже курица с броней, между прочим. Слушай, а парень. А мы как будем играть, на F5 или нет? Я думаю, я как обычный, наверное, человек буду играть. О, так! Что происходит? Мне страшно. Я не знаю, но я подпрыгиваю почему-то. Я тут нажал. Нажал. Что ты делаешь? Мне страшно. Это, смотри, это паркур, мы типа подпрыгиваем, да? Ну, скорее да, чем нет, но все-таки мне страшно. То есть мы сами подпрыгивать не умеем, оно само подпрыгивает, понял? Ну да, нет. Ты вот нажал на эту кнопку, и по идее мы, значит, прошли. А, пошли дальше тогда? Че, нет? Дальше? Я не знаю, куда дальше. Я вижу, иди вот сюда. Еще, смотри, какой-то бонусный уровень, туда нужно как-то можно попасть. Ну да, давай попробуем что-нибудь придумать. А как? Один вопрос, как? А как? Давай сейчас этот прыгать. А как? Не, ну прыгать это, конечно, хорошо, но ты туда не запрыгнешь. Ну это плохо. Там, видишь, бонусный... Какая-то бонусная фигня. До нее, если польза была допрыгнуть, это было бы очень... Ого! Нифига ты. Видел? А что это было? Как это типа сделал? Ты два раза можешь прыгнуть. Я не знаю, как я это сделал, но я попытаюсь сейчас еще раз это сделать, не получается. Парень, как ты подлетел? Эй. Подожди, я сейчас пытаюсь, подожди, есть на левую кнопку мыши, ничего, на правую кнопку мыши, ничего, на пробел. О, понял? Что, на пробел два раза? Нажимать пробел. Понял? Так у меня просто летит на пробел один раз и все. Зажми на пробел. Прям зажал и прям ничего. Да. Черт, прям скучно. Парень, мне кажется... Тихо! Я допрыгнул! Да я перепрыгнул! Что за дела, дура, спрыгни, давай, хватит тебе играться тут со мной. Ну-ка. Ты можешь остановиться?
О, я научился останавливать. Не научился. One out of four pieces. Короче, я нашел одну из четырех частей, которые, да, улучшают мои характеристики. Вплоть до того, что я там буду сильнее, там мощнее, еще что-то такое. Чувак, короче, давай туда перепрыгнем уже. Я летать не умею. Ты, видимо, тоже не очень. Ну я зато, смотри, я нормально все. Я тут еще жив до сих пор. А я прям просто летать не умею. Не знаю, надолго ли это. Парень, а я прям летать не умею. У меня не получается, видимо, из-за того, что этот. В смысле, из-за чего? Из-за того, что там вот моя курица. Она вот. А ты где? Так я как бы не стою, а вот моя курица, и я летать не могу из-за нее. В смысле? Что за бред? Я этот... Я бью сам себя. Черт, это так странно. Это очень странно. Ты бьешь кого-то и получаешь урон сам, на самом деле. Моя курица, идем со мной. Курица. Так, я лечу. Я опять не могу долететь. Что за фигня? Да это просто... очень странное испытание. Тебя... А попробуй перезайти. Давай я попробую перезайти, но я все-таки хочу тебя ударить. Знаешь, что это может быть? Что? Давай ее побьем сейчас, потому что, скорее всего, это помнишь, в самом начале еще был один ты. Ну да, это он же, да, но... Ну так давай его убьем. Ну ты знаешь, что я тоже умираю, когда ты его бьешь? Ну да, и ты возродишься, а он нет. А, ну... Самозвание. По крайней мере, ты мне ничего не отнимаешь. Как нет? Ну вот прям ничего. Как эта курица бесит, чего она постоянно прыгает? Это ты... Зачем ты я летаешь? Я, по-моему, сам себе больше снимаю, чем тебе. Парень, зачем ты летаешь? Я не знаю, она сама летает автоматически. Я не знаю, что с ней делать, летает. Я тоже хочу полететь, мне не летится, парень. Давай сейчас я попробую дальше пройти, и там тебя тупо тпшнуть, окей? Некие мы странные, я тебе скажу. Да что такое? Почему я не долетаю чуть-чуть? Господи, тупая курица. У тебя еще нет. Тупее, почему она вообще на месте у тебя стоит? Знаешь, вот у тебя недостаточно хорошо летит, у тебя вообще не летит, так что не этот. Не жалуйся. Еще я долетел. Ой, отлично. Отлично. Я надеюсь, там везде не надо будет летать. Я не могу, тут везде надо летать. Я сам к себе могу телепортироваться, это странно на самом деле. Да, это есть такое. О, я долетел, лагерь. А я не могу к тебе телепортироваться. В смысле? Ты некрасивый. Так ты не ту курицу тпшка, а себя. Два так варианта есть. Я пытаюсь себя к тебе, но тебя не к себе. Та-дам! У парень, меня что... появились ноги. Я не знаю, что это значит, но у меня появились ноги. Знаешь что, лагерь? Что такое? Знаешь, как летать? Нет. Возьми в руки перья. Взял. Летишь? Скорее нет, чем да. В смысле? В смысле, она что-то летит, а тут пришли войны, и надо биться, скорее всего. Ну, она сама летит, да? Нет, она не летит. Она просто стоит на месте. Ну, она и не подпрыгивает, да? Нет. Там тебя атакуют. Ты бы дефол, что ли? What the fuck? А что мне с ними делать? Попытайся их замахать. Посмотри, что у меня есть в руках! Кирка, да? Получи! Это кирка? Да. В смысле кирка? А что это у тебя? Ну у тебя, наверное, текстур пак не включился, да? Все включилось. Просто скорее... у меня это нога. У меня это нога моя. Нога? Да. А у тебя что? Ну типа, чтобы ходить пешком, а не... не знаю что. Ты знаешь, это выглядит наркомански, когда вот все дается твоему второму чуваку, а не тебе. Какому моему второму? А ты меня видишь? Да нет, я тебя не вижу. Я вижу тебя вроде курицы. Ну, я тоже, только курицу. А еще я тебя вижу броню. Черт. Броню видишь? Да. Чё-то у тебя вообще все странное, лагерь. Ты выглядишь... Да нет, это потому что мой двойник зашел, смотри, вот нажми на тап. Вот там все двойнику моему далось, а мне нет, меня обделили. Серьезно? Ну да. Черт. Гребаный двойник. Давай его убьем. Давай его убьем. Сейчас я тебе тпшну, где он? Я его просто даже не вижу. ТП, лагерфит, мистик 31. Спасибо. Вот, да. Это ты? Ну, это не я. Я, но не я. О, я теперь вижу курицу. Да, но это не я. Я... Это просто мое тело, а я душа рядом с тобой. Блин, я умираю! Больно! Больно! Ура! Все, теперь ты должен возродиться. Хорошо, давай попробуем. Нет. Ну что? Я не могу возродиться, парень!
Ты не можешь возродиться. Ну прям кнопочку возродиться. Ай-яй-яй-яй! Ай! Ты уже душу убиваешь, ты убиваешь мертвое! Сколько можно убивать мертвое, парень? Ты серьезно был мертвый, я тебя убил? Я был мертвый, ты меня убил. Зачем? Как это работает? Я не знаю. Ты убил мертвое, парень. Что за бред? Тут осталось до сих пор эта кулица стоять, я ее пытаюсь бить, но ей пофиг. О, лагерь присоединился. Я тебя опять убил? Да. О, ты возродился! Да, я возродился. Ты можешь летать? Возьми перо. На тебе вот это перо, слышишь? Возьми мое перо, вон. Хорошо, может, да, у меня лучше перо. Перо. Ну нет, что? Нет, ничего не произошло. Ну ладно. Попану вообще, да. Ну ладно, как ладно, скажешь. Побежали, погнали. Господи. А то мы с тобой никогда не пройдем. Там вот второе я есть, понимаешь? Оно есть, оно никогда не исчезло. Второе я. Зараза. Почему? Ладно. Help hitbox. Как нажать на него? Слышь, я не могу на него нажать. Наверное, я на него нажал. Все про... Как? Я ж нажал. Как ты нажал? У тебя в части разве нет ничего? А, да, doing a sprint jump. О. Ну лети. Вот опять, мне нужно разогнаться и прыгнуть, слышишь? Давайте толкну. Разбегаемся! Прыжок! О, спасибо! Нифига так, да? Хоть как-то ты пригодился мне, спасибо. А теперь мне куда? Тут нужно искать, кстати, бонусы, потому что бонусы здесь везде спрятаны. Знаешь, у меня сейчас, я смотрю на летающую мотыгу в воздухе, и мне сейчас не до бонусов немного. А почему у тебя летающая мотыга, а не перо? Откуда я знаю, у меня летающая мотыга в воздухе, и она очень стрёмная на самом деле. Ок. Лагер! Шо-шо, шо-шо. Ты упал. Я вижу тебя. Я заметил, что я упал. Я вижу тебя, ты пытаешься выжить. Я пытаюсь улететь куда-нибудь, я не знаю, что это за фигня. Парень, давай, денег нет, но вы держитесь. Дай мне крыло, пожалуйста, дай мне крылья. Ты все равно не умеешь летать, они мне дадут выше летать, наверное. Ну еще дай. Ну, у меня больше нет, да. Ну еще. Ну все. Я видел, у тебя еще были, Брун. Ну ладно, хватит. Я тебе бирку скину, чтобы ты назвался. Да что ж такое-то? А почему из тебя выпало... Из тебя яичко? Парень, из тебя яичко выпало перед тем, как ты упал. Я снес яйцо? Да. Где? Вот. А его можно... Серьезно? Ой, я еще одну курицу вызвал из тебя. Что? Господи, мы должны проходить эту карту, а не размножаться. Что смотри, за фигня? Смотри, ты завел семью, пока ты пока карту прошел, семью завел. Что за фигня? Все ясно, парень. Все. Вот чем ты занят, а не карту он проходит. Я не знал. Конечно, да. Карту. Ясно, короче. Я не читаю. Лагерь. Что такое? Ты можешь меня толкнуть еще раз? Наверное, могу. Я просто пытаюсь тут забраться повыше, вдруг тут какой-то ничок. Или вдруг ты сможешь полететь, да? Херово ты летаешь. Что-то не очень. Ладно, давай, все, гоу. Сейчас, подожди. Так, все, я взял. Теперь. Так. И полетел. Молодец, ТП-шкайся ко мне. Хорошо, я иду к тебе. Не двигайся, не подавай признаков жизни. Всё, мне отлично. Сейчас нужно туда, давай. Ты китнешь меня еще раз? Гоу. Давай. Готов? Раз. Помчали! Ты дурак. Нам явно не туда. Ой, а твоя курица, слышь, на базе оказалась. Там, да короче... Я не могу к тебе ТП-шнуться. Короче, там тело, да? А я вот душа. Там тело это бренное, не трогай его. Да что за фигня, я не могу к тебе ТП-шнуться. Слышь, это херово. Я знаю. Я возродился в самом начале! А? ТП-шни меня к себе, Лак. Ты каким образом, я не могу? Я не знаю, ты сможешь, я уверен. Ну, слышь, в самом начале. Я в самом начале этого испытания возродился. Ты же понимаешь, что этот, что... Да не туда ты меня ТП-шнул. Ты понимаешь, что я душа, а ты телепортируешься к телу. И что мне теперь делать? Как мне... Почему ты постоянно душой возрождаешься? Я на не знаю. На каждой карте главное. Это мы с тобой не начинаем, у тебя два я появляется. У тебя сервер плохой. Фу. Неправда. Нет. О, сын, привет. Что он здесь делал?
Иди сюда. А, уйди. Кстати, яр. А ты меня видишь, вот где я стою на желтенькой этой фишечке? Да, вижу. Да? Так почему ты... Так, там... полетел сам, долечу! Твою дивизию! Было... Зачем я упал? Это было круто. Ну ладно. Я тут бегаю, у меня бьет. Ой, ладно, ребят, я надеюсь, что вам понравилось. Ай-яй-яй, умираю. Серии, спасите, да. Папа, бегите. Па-жа-лу-ста. Это и так. Па. Ладно, ребят, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока-пока. Пока-пока.